С новым добрым утром! С вами ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан. Если вы до сих пор ходите в босоножках, потому что сомневаетесь в выборе зимней обуви, я решу вашу проблему. Сегодня вы узнаете, какими должны быть качественные сапоги и ботинки. Зимой ваши ноги должны быть в тепле, поэтому отнеситесь к выбору обуви ответственно. Моя подруга нашла эти сапожки на Укра. Давайте проверим их качество. Первым делом обращайте внимание на мех. Чтобы проверить качество вашего меха, захватите сильно пальцами этот мех и потяните. Если у вас в руках остались волосинки, значит, выкидывайте эту обувь и бегите от них как от огня. Ну а если ничего не осталось, значит, берите со скидкой. Подошва. Идеальные теплые зимние сапоги должны быть обязательно на рифленой и толстой подошве. Причем чем толще подошва, тем теплее вам будет в лютые суровые морозы. Загляните внутрь ботинка. Стелька должна быть полностью из меха. В качественной обуви она пришита, а не приклеена. Если вы хотите купить обувь из натуральной кожи, проведите маленький тест. Сильно нажмите ногтем на ботинок, а след потрите пальцем. Если он разровнялся, то это кожзам, а если след остался, то это натуральная кожа. При покупке обуви не забывайте и о моде. Сегодня дизайнеры предлагают огромное количество моделей на любой вкус. Будьте модными и смените уги на валенки, но при этом оставайтесь верны своему стилю. С вами был ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан. Увидимся совсем скоро. Пока!